Турция не изменила своего решения о покупке российских С-400. Турция не изменила своего решения о покупке российских систем противоракетной обороны С-400, но приветствует одобрение газдепам США продажи Анкаре систем «Пропетриот», передает Реутер со ссылкой на турецких чиновников. Один чиновник назвал решение ГАЗДЕ по хорошим сигналам для решения проблем в отношениях Ханкары с Вашингтоном, и Турция теперь ждет следующего шага США. Турция не изменила решение о покупке системы обороны С-400 у России, сказал чиновник. Как союзник США должны продать его, патриот Турции, мы подождем одобрения Конгресса.